православных храмах продолжаются торжества по случаю одного из величайших событий, произошедших более 2000 лет назад – Рождества Христова. По традиции, на третий день после 7 января в Жировичи приезжает предстоятель Белорусской Православной Церкви, патриарший экзарх митрополит Вениамин, в сослужении с архиепископом Гурием, епископом Порфирием, священством Жировичского монастыря, отслужил в Успенском соборе литургию. Священство молилось о неспослании в нашу страну мира и спокойствия, здравия и благополучия людям. Все призваны к славословию Христа.